Не Да, знаю. на профи вайпаемся. Слышишь, Глеб, Ну, не знаю, я на потом ТРП буду только. Глеб. А ты меня что, в инсте в ЧС кинул? Нет. А что за хуйня? Ну, кто бы туда забил. Чего? Я не захожу туда, надо зайти. А, не, я просто хотел тебе мемасик отправить, а я не могу тебе отправить. А, ну я и все, ну, я и все. Ладно, не буду искать. Я, блядь, боюсь, что там Заломаныч отправляет, нахуй. Слушай, ничего. Ты будешь, вчера я показывал это в гильдии там, ну, другой там, в другом DSX, там такие фотографии. Это хочешь скинуть в личку? Там, там смешнявые видосики. Нет, я просто фотку скинул этого в удилку, там пиздец. Давай. Саву, удали ты его ментально. Так, все. Все тут. Готов? Да. Принимайте готовность. Сейчас. Можно крест, пожалуйста, паладина? По пристам. Четыре пала. Три тянули тут. Дрюты ноли, да нет у них. Урки, где барабаны? Блять, вы серьезно убили 5 боссов и вайпаетесь на профе? Серьезно, что? Да, Воша, да. Это все потому, что тебя... Воша, мы на корабле вайпались. И на этой, на леди 3 раза вайпнулись. Ты вообще о чем? Больше, чем 3. Больше 4. 5 раз. Да, 5 или 4 раза мы упали. Вы что, блядь, рофл, что ли, какой-то ходячий? Да. Я, блядь, я понял. Блядь, Дритин, валит, ты там долго будешь, не? Ну, ты пиздец. Ну, по работе. Звонит, значит, ему такой шеф и говорит: ха-ха, бля, вы чё на профи вайпаетесь? Ты чё, ебанутый, блядь? Тактику ему рассказывает, блядь. Неплохо. Говорит ему, блядь, красная бей, зеленая хиль, ёб твою мать, ты шо тупой? От красного беги, зеленым стой, блядь. Дурак, что ли? Вот, блядь, поэтому и вайпаемся, нахуй. Хорошо достоит. Я, короче, надеваю костюм Мортлока. Вот, сейчас убиваем, пацаны. Я вчера вот, не вчера, вот когда леди убивали, вот, Мурлок аспектнулся, ему убили там, не знаю, трай седьмого. Помогло, видимо. Да, помогло. Все. Я, знаешь, иногда больные тоже приходят, такие, знаешь, там им операцию сделали, химиотерапия, лучевая терапия, они приходят такие, да, ну, конечно, Бог помог, спасибо Господу за то, что он нас ну, вылечил. Да. Я просто этого волка бафну, тут волк, кстати, забафну его, и он убьет. Реально, а чё, бог не бог помощь, как говорится. Вот он и помог. Пиздец. Я вообще баху, слава. А там он нас рейд, вот бичей, а у них, по-моему, прогресс получше. Врачи сейчас хуже мусоров, ебать. Это её отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Puddle cast. Бать как фризит. Да. Слизня готовимся видеть. Слизня бьем. Да, пиздец, я лагаю, ну. Лагай. Все, профи переводим. Че, сука, нельзя в сторону стола отлетать, нахуй? Или это айкю до хуя надо? Кто-то был там. Керус, по-моему, да? Нет, шаман.
зеленой меткой пошли. Он стоит АФК. Стелси, беги, стелси, блядь! Идите нахуй уже, мне это заебало. Пойду еще почилю, полежу на кроватке. Я ебал. Стелси, ты тут? Стелси на слизняка побежала. Что-то я ничего не... Пиздец, нахуй. Я рот ебал этот сервер, нахуй. Короче, я босса не чувствую, ребят, вообще. Тут уже не сервер виноват. Ну а ты с чего взял, что типа, может быть и правда человек лаганул? Ты откуда знаешь, нахуй? Ты рядом с ней сидишь? Нельзя так, блядь, категорично говорить. Можно нахуй... Можно заходить. Можно и прикрыть свое ебланство, нахуй, тем, что зависло. А можно и реально зависнуть, и на тебя будут говорить, типа, блядь. Ничего не поделаешь, нахуй. Я вот не знаю, нахуй, я не буду как категорично. Как про волков, знаешь, история? Я знаю историю, блядь. Я знаю одну историю, блядь. Пошел нахуй, вот одна история. Нет. Отличная история, дайте вторую, пожалуйста. Нет. Да я, блядь, просто вспомнил, нахуй. Охуеть, завезите две таких истории, блядь. Я просто вспомнил. Сейчас второй раз нахуй пошел. По факту, мы в ресторане, блядь. Получили МХМ поебало. Мы в ресторане, блядь, после рабочего дня такие... Ну, закончился, все посетители кончились, там 15 минут до конца. И, короче, блядь, захожу такой на кухню, а там мой корефан сидит такой на полу, нахуй. Ну, просто на полу, блядь, и на печку такой облокотился, такой сидит и дышит, ебать. Я ему говорю, блядь, я тут забыл, это одно слово. А тот такой говорит, я знаю одно слово, пошел нахуй. Ебать. Я эту историю, кстати, если еще три раза рассказывал. Я, говорит, знаю это, одно слово. Это четвертый раз будет. Я, говорит, знаю одно это слово. Это тебе. А, понял. Ну, типа, это знаешь, когда, блядь, я тут знаю одну хуйню там. Я знаю одну хуйню. И здесь. Ладно, Слава, хочешь, я тебя по-китайски пошлю нахуй? Давай. Иди нахуй. Ёбан. Это по-китайски, что ли? Сам китаец на русском сказал. Догоняй, блядь. Может, помнишь. По-китайски, по-моему, по-другому. Блять, ладно, все. Он еще сидит, думает, блядь. Суни хуньца и вынесан пеньку такой. Вот это серия, блядь. Суни хуй в чай вынесу хим. Объясните меня, пожалуйста. Чего тебе? Тресните меня, пожалуйста. Чицао, не цидзи! Это что было? Тресните меня! Чицао, не цидзи! Это было пошел нахуй, да, типа? Чицао, не цидзи! Блядь, ебать. Ты бы пожалуйста, санмут. Хоть перевод для разнообразия сказал. Чицао, не цидзи! Я плохо нахуй или чё? Помутайте, но... Блядь, какое стоп-слово, ё-моё. Слава, не понял, что это значит или нет? Нет. Как где мы барабаны? Геноцид, как там геноцид? Геноцид армян? Блокос, подходи. Алло, нахуй. Блокос, блядь, уже бутерброды там, блядь, готовы. Да он полежать пошел, видишь? Так он говорил. Да, я обратно вернулся на это с кровати, да. Да я это в кровати. Уйдите мне кто-нибудь его. Жду, когда меня я тебе три раза уже резкий дал. Ну а хули толку из всего, папа нет. Я заебался уже. Ну все, полезал и хватит. Я... Не знаю. У нас погода все не крыта. Ну короче, воронка фарм накрывается нахуй. Не закрытые да, боссы вообще. Да, воронка фарм не резко нихуя не закрыт. Вот куда-то идти. Воронки подождут. Мордаун. Да я трейлер Саши Галахиса. Опа, я на свои деньги в ромке куплю, блядь. Five, я, кстати, тоже подумал об этом, а потом раздал воронки, блядь. Я надеюсь, что их вернут. А потом раздал тебя. Не вернут. Ну, я очень надеюсь на это. Надеюсь, что не вернут? Нет, что вернут.
Там не только ты. Тихо, нахуй. Выходим с лужом. Вообще-то трай босса идет, или вы что, и релить будете, нахуй? Ладно, давай порелим. Ага, босс 90%. Всё, блядь, налипал. Слизня зерга. Чё, босса переводим. Puddle cast. 1%. Смотрим свой дебаф. Зелёный. Зелёную метку съебались. Зелёная метка в трубу. Кто там в зелёной метке есть? Сейчас у всех. Значит, синхан рисой будешь шреддера. Красного помогаем добить быстро все в красного. Отбежали от него. Пельмени отбежали. Убегаем от пельменей. Беги, беги, беги. Сейчас. Еще один. А кто это сделал? Берегите. Стоял Катя. Кто это? Неаполитан? Неаполитан. Не знаю, нахуй, что тебе сказать, нахуй. Отпусти. Только не пиши, что ты завис, нахуй. Напиши просто, блядь, я долбоёб, нахуй, и всё. Это пиздец, нахуй. Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите. Короче, блядь, хуёвая идея это была воронка фарм, нахуй. Надо как раньше всё возвращать, нахуй. А тут даже не воронка фарм идея. Чего воронка фарм, нахуй, я тебе говорю, блядь. Вот четверг, пятница, он, нахуй, обычки, нахуй. Ещё ульду, нахуй, надо поставить в начале. Субботу, воскресенье начнем нормально. Понедельник будем ЗС-ока начинать только нахуй. Если, блядь, что-то не закрыли, кроме ЗС-ока, нахуй, до понедельника, значит ЗС-ока вторник, нахуй, и среду, блядь, добиваем, ёбану. Как было. Реально, это же самые неважные рейды. Да, в натуре. Вот они и будут в конце, блядь. Потому что в начале, как видишь, видишь, полоса невезения, нахуй. Звезды не сошлись, нахуй. Плюс еще у меня челики так тюнзи. Ну хз, в Сибири с желтой меткой в угол сбегались. Чего? Какой желтой меткой? Ты что, курдул? Вон треугольник стоит в углу. На тебе вообще красная была. Ну кто сейчас с красным сдох стоял? Неаполитан же? Я не знаю, кто там с красным. Он стоял на месте. Кастил что-то и в него врезался. Красный, да? Ну вот. Да. Неаполитан, у тебя дальтонизм? Там крестик, это красный цвет. Ты какой цвет красный видишь? Красный слизень в угол не сбегается, от него бегают. Ты вообще тактику знаешь? Блядь, за Сибирь. Самый... Ясно, блядь, Бабльгум прислал нахуй. Ай, блядь. Засланца? Плохо МВП ханта нету, нахуй. Засранца, блядь, засранца прислал. Сказать ему, чтобы он ему... Блядь, не душите, вы уже большие. Ну а хули? Не, ну а хули? Если он, может, неправильно понял, нахуй. Ты не, как... просто, блядь, не, я нормальный вопрос обычный задаю. Ты видишь, какой цвет, он не пишет ничего. Напиши там сразу, какой ты цвет видишь. Может, мы-то не знаем, что у тебя. Блять, мы же не видим твоими глазами. Хули ты вообще стоишь, когда красный в тебя бежит? Он, ты тактику залагал. Там Элизабет в Дискорде. Я не видел, чтобы он писал, что залагал. Параша какая-то, нахуй. Да хули, на, ебать. Ничего, блять, разок не убьем, нахуй, ничего страшного. Если на следующем, когда такая же хуйта будет продолжаться, пинг, блядь, будем заново нахуй на 8 боссов ходить. Слава. А? Пинг поднимается. Сколько у кого? Пинг. У меня сейчас 500, кстати, показывает. У меня 200. Тоже вырос. У меня сейчас тоже лагало, блядь. Не знаю, ну я типа... Я смотрю, тебе рывками бегают. Такого не было, чтобы нельзя было отбежать, типа, хуй знает, такого вроде не было. Или он пишет долго, или он просто нихуя не пишет. Видишь, он... А, это стелси пошагово. Сибирь там что-то и все. Ты что-то еще будешь говорить? Писать там, в чат печатать? У меня сдержка 170. Потому что это пиздец. 170 ты можешь сказать, не задержка.
ДЦ, это задержка сильная очень. И не успею кинуть, скажем, на танка зубы, и он сдохнет. Да и похуй. Ок, танков не хилил. У меня показывает 2 секунды задержки. 585 пинг. Не 585, нормально. Можно играть. Тяжело уже бить, конечно. Ничего. Он стремительно вверх идет. Все, виноват Зуламан. Зуламан или Зуламаныч? Зуламан. Нет, Зуламан. Ич. Там под Зуламаныч. X5 и Зуламан, да. И Зуламаныч тоже виноват, блин. А я-то чё, ебать? 612 уже. Дуси, а ты за компанию. Да, ты тоже виноват за компанию, Дудосик. Ебать. И Рома тоже виноват, Дудосик. Я не знаю, насколько сервак, честно, это нормально, но у меня вон Лёхина коровка, тупо негатив, блять. Мистер негативчик, блять. Отношение к говядине крайне резко негативное. Это печально, нахуй, то, что сейчас. Я предлагаю полностью сделать рефраг всем персонажам. Сделать эту рану, чтобы выживать. Давайте сделаем, ебать, андедов и будем друг друга хавать. Слава рекомендует. Блядь. Давайте пока еще больше не вырос. Да, пей. А придется стелс играть. Хочешь, не хочешь, а корова топ. 4, 3, 2, 1. Во-первых, это не только капуста. Ну что, мордаун, пожалуйста, блядь. Ну, на нахуй. Вставал куизу. Ебать, задержка. Кирус рез. Кирус рез его. Свети с яшкой как. Горд беги, Лингры. Либо это провайдер, блять, да вроде нормально в DC общаешься. Да нет, не может быть. Ты вылетел, да? Не-не-не, просто лагает, говорю. Ты стоишь на месте. Юля там не вылетела? Там лужа уже на полкомнаты у нас. Да? А, ну понятно. А у меня только Цел. Начинает. Я думаю, это падать надо уже, блядь. Да? Он стоит на месте. Бля, я плакать сейчас буду. Я предлагаю закончить наши страдания. Походу все устали. Диспыльните его кто-то. Этот рейд не осваиваем никак. Снимите эту куклу. Уже мертвые все, кто могли. Тут короче, две варианта событий. Либо это сами Сирусы специально сервак пытаются гасить. Либо мы долбоебы. Ну, нет, серьезно, потому что, ну, это нормально. Но нет, это везде так, это и на X5 то же самое, так же происходит сейчас. Может, не этот сервак реально гасит, чтобы все на X5 съебались быстрее? Нет, X5 также лагает очень сильно. Ну, я тогда хуй знаю. Это придется оптимизация, видимо, это все. Не, ну серф реально себя неадекватно ведет последние несколько минут.